Привет всем! С вами снова я, Катя, с канала Екатерина Голубева. И сегодня я вам расскажу про мои покупки в канцелярии. И купила я тетрадки, для начала начнем с них, наверное, вот столько. И буду показывать их по порядку. Первая — это тетрадочка в линейку, и она такого оранжевого цвета с розочками. Она, на самом деле, еще была у меня вторая такая же. Только она была зеленая и вот она в линейку. Вторая тетрадка это вот такая. Она у меня уже давно, и я как бы Барби не люблю. И не буду, наверное, ее использовать, потому что, во-первых, я не люблю Барби, как я уже сказала. А во-вторых, у нее очень большая клетка. И я сейчас могу сравнить, например, вот это мой черновик. И вот эта вот клетка из этой. Видите, она намного больше. И поэтому я, наверное, не буду ее использовать. Также я вот эти тоже не буду, две тетрадочки использовать, потому что я Винкс не очень люблю. И во-вторых, это потому что тут вот такие вот тетрадки, они, видите, как расчерчены не в линейку и не в клетку. Поэтому мне такие тетрадки, в принципе, не нужны. Они просто у меня с первого класса уже. Это вот такой вот мой черновик. Я его уже немного использовала. И это вот такой миленький котеночек, изображен на ней. Вот такая тетрадочка. Она тоже очень милая. И она с таким миленьким мишкой. Такие очень часто выпускают. И она в клетку. Такая тетрадка, и она как бы тоже с Барби, поэтому я ее уже использовала для всяких там штучек, дрючек, и как бы типа для такого дневничка, не то чтобы дневника, но в которых я буду записывать всякие прикольные штучки, наклеивать там что-то, что найду, может что-то прикольное. Вот такая тетрадочка с лагуной. Слагунный Блю, это уже из Monster High. Я уже Monster High как-то такого не увлекаюсь, но все же у меня они остались. Их просто мне очень мама купила много. Они все равно прикольные. И как бы я не так давно перестала их любить, поэтому я ими попользуюсь. И они в клетку. Все вот остальные тетрадки, они в клетку. Которые с Monster High. Это такая же, в принципе. Вот такая с Клео. И мне осталось пока вот только тогда этих три тетрадки, а все две остальные, вот я их уже использовала. Там была друг Лаура и Фрэнки. Вот такая вот тетрадка, она уже в линейку. И вот это тоже, в принципе, они из одного набора, с Angry Birds, только с разными персонажами. И теперь мы закончили, наверное, с тетрадками. Теперь начнем с дневника моего, который будет на 5 класс. Он вот такой вот, с Hello Kitty, такой розовенький, милый. Я как бы не то, что люблю Hello Kitty, но на самом деле он прикольный просто. И он очень мягкий, вот очень прям. Поэтому я, в принципе, его и взяла. Еще я использую вот такую как бы тетрадку на кольцах для скетчбука. Она вот на таких кольцах. В клетку. И, в принципе, там очень много листов. И она такая миленькая, под джинсы, с чухохвашками. Достаточно так прикольно. Дальше я купила еще такой нетбук. Для просто записи каких-то. Он такой миленький, достаточно с рюшечками. И внутри там просто в клетку вот такие листы для записи. И купила себе под дневник уже личный. Вот такой вот он миленький. Он девчачий достаточно. Как бы тут рисованы цветочки, бабочки. И сюда можно вставить фотографию, что мне понравилось. И вот такая закладка с формы бабочки. Очень такой милый. Дневничок. И сейчас я покажу на самом деле все, что я купила в общей стопке. В общей стопке я купила, вот, в принципе, столько.
моей канцелярии на 5 класс, потому что сейчас уже конец года, май, 14 мая сегодня, и поэтому тетрадки я уже менять не буду, поэтому на 5 класс это все. Спасибо, что вы все меня послушали, посмотрели, конечно, видео, ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал, если вам понравилось. Добавляйте комментарии, и я вас всех очень люблю. Всем пока!